Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антонина, и так как с городскими новостями я вас сегодня не знакомлю, воспользуюсь случаем и расскажу о погоде. Итак, 5 августа в Барнауле днем плюс 25, в Белокурихе на градус ниже плюс 24, ночью и в краевой столице, и в городе-курорте 16 градусов. В Горно-Алтайске ночью плюс 14, днем плюс 23. Комфортная температура. А в Бийске еще лучше. Синоптики обещают переменную облачность. Ночью плюс 15, плюс 17, днем до 26 градусов тепла. 4 августа – особенный день в календаре нашей семьи. Сегодня день рождения у моей мамочки. Любимая, дорогая, самая прекрасная, замечательная, очаровательная. Ну, даже слов не хватает, чтобы описать, какая ты у нас волшебная. Ты просто самая прекрасная в мире. Спасибо тебе за каждую минутку. Мы тебя очень любим.